Всім хей-хей, ви на каналі Вики Тики. Де є зі мною? Моя подруга Соня! Привіт! Ей! Сьогодні посилка з обміна з Діаною, з Хіокі, з той самий Хіокі, ребят. Що ти кидаєшся, дура? Так, ребята, тут реально є фігня. Ну, посилка, то есть. Вона пише мені: «Привіт, Віка, спасибо за обмін. В посилочку входить, ну, типа, тигриця – це кошка, пет на ОАК, твой пет, который, ну, я ж говорила. Подарочный пет, я просто не разбираю, извините. Аксы и аксы в подарок». Спасибо! Она написала: «Открывай, солнышко». Фуду. Спасибо за обмен, очень приятно. Ой. Вика. Ну, оно приклеилось. Ой, я хочу открыть это. Посмотрите. Какая красота. Посмотрите. Это вот такая. Да, фокус у меня. Вот так фокус. Да, я делала. А, ну ты надо зажимать? Да. Вот, та, вот такая вот херовина. Потом вот такая сумочка. Не надо. Ну... Да, вот так сделай. Все, не трогай. Вот такая вот сумочка. Диадема. Это я буду носить, вы знаете, на кого. О, яблоки. Господи, сколько здесь... Ой, он рассоединился, он должен быть вот так, вот. Скейт, его надо будет помыть немного. Вот эта розочка, я ее больше всех ждала. Корзы... Она порвалась, Диана! Или она такая должна быть? Напиши мне, пожалуйста. Кока, прикинь, Кока-кола. Такая, ого. Мне на все плевать, да, Соня? Потом такая херня. Ой, это книжка. Вот это молоко мне больше всех нравится, но хер. Это юбка. Я тут юбку сделала очень много. Так, потом вот такая киоск. Киоск. Такая вот. Это вообще Диана мне просто положила, типа, для макияжа херовина. Кровать от, ну, от этих, знаешь, Chibi Family, Соня. Такая есть херня с животными, там куча кроватки, домики. А, ну да, ты же... Ладно. Кроватка. Блин, она такого классного качества, жесть. Я думала, она хуже будет. Столик. Жратва, которая будет моей сестре. Вот эта херня на УАК она мне дала. Вот этого пэта. Буду его перекрашивать, наверное, завтра. Кожан мой. Привет. Какой он стрёмный. А, это крышка как раз таки. Здрасте. Ещё жратва. Ой. Так, потом открываю вот своего пэта. Вот это мой пэт, который был у меня... Только его смогла спасти. Ой. Главное не порвать. О, не, ну вы поняли. Я! О боже, это реально мой кот. Ой, эх, господи. У меня, кстати, есть такая обезьянка. Диана, зря ты мне ее положила. У меня вот такая вот есть. У меня теперь будет два таких обезьян. Может, одну продам, не знаю. Вот мой кот. Ой, блин. Да, вот сюда нажми. Да, мой котик. Так, хочу открыть дальше вот это. Это тоже аксы. Потом. Вот это, кстати, тоже мое. Вот это. Мой ошейник, который порвался. Шикарно. Потом дочек самодельный от подруги. Потом цветок, который порвался. И потом... Это телефон, который мне не нужен, но хай будет. Потом подвеска для... Которая... Это что? Это... Зачем мне крышка? Объясните. Здрасте. И самое для меня... А, еще конфеты, извините. Боже, сколько тут всего валяется. Я не могу. А теперь самое... Господи. Соня! Прекрати ржать! Сори! Надо просто в школу, мы немножко не в себе. Извините. Это настоящие эмоции. Да, Вика? Да. Сейчас. О, все. Ей! Бой. Я не могу нормально разрезать, Соня, хоть ржать. Ай! Ай! Это, если
отвернулся. Ой. Это новая? Да, она прям совсем новая, она в идеальном состоянии. Ой. Мне кажется, сейчас я поломаю. Привет, мой свет. Спасибо, не будьте. Вот такой лоток с едой. Лоток с едой. Потом сумка. Потом, ну, юбка вам показывала. Потом молоко. Вот это офигенная фигня. Потом яблочки вот такие. Потом вот такая. Там мой старый ошейник, там крышка на бошку, как Соня говорила. Да, Соня. Хорошо. Потом птичка на ОАК. Это на перекраску. На перекраску. Да ты дура. Венок. Ребят, простите, пожалуйста, эту дурочку. Потом вот такая вот шапка-ушанка. Шапка-ушанка. Потом вот такой телефон. Ой, меня уже все пропёрло. Ребят, такой стол. Вот такая кровать. Весна такая. Такой вот мой ошейник старый, потом вот такая херовина, потом вот этот вот диадема, я потом на тигрицу одену, покажу вам. Потом скейт, я поменяла его на скейт. Потом коньячка поменяла, я не помню на что, какую-то херню. Потом мой старый, мой табикет, который вам не вернули, и цветок вот такой вот, который помялся в дороге, выглядит теперь как говно, ну да ладно. И потом и розочка. Ой. И еще кока-кола. Да. Самое интересное это вот эту. Вот такая вот тигрица на орех, на что? Моя. Да, она тоже на поверхности. Со знаком ЛПС. Нет. Это у нее тут полоска, кстати, неровная. Но я это потом подправлю. Я хочу у нее. Ой, боже. Да ну, Соня, это не новая, ну, блин. Сатурна она твоя. Моя, но ты она... Ты изменяешь сейчас. Вот такая вот диадемочка. Ой, как она хорошо сидит на пэте, потому что это для пэтов. Логично, что она будет хорошо сидеть, потому что это на стоячку. Боже, какая красивая стоячка. Так, это все снимаем нахер. Я хочу вот это вот. Ты надень тюрику. Кого? Тюрику надень. Какую? Посмотрите, какой цветочек. Давай. Ребята, еще моя подруга попросила одеть ей вот эту шикарную юбку. Шик-шик-шик. Эту не знаю, как я назову. Вот она оригинальная, у нее прозрачный шарнир. Что? Это самолетик. Самолетик обычный для пэтов, игрушечный типа. Вот, она без бу-бу-бу. Она, кстати, из какого-то журнала. Вот она со знаком. Со знаком. Все. Видео окончено, лавочка закрыта. До свидули. Все закончено. Выключись.